Вітаю ви на каналі ТІВІАЙ. Це окрема думка. Ми сьогодні поговоримо про безпрецедентну подію. Нас здивувала ситуація навколо банкрутства футбольного клубу «Арсенал». Владислав Ващук – наш гість сьогодні. Ну, я би сказала, спортивний директор футбольного клубу «Арсенал». Да. Аж ми тепер розуміємо, що клубу немає, а директор все ще є? Я б на самом деле сказав би так. Да. Клуб є, да. На сьогоднішній день нету ніяких там не дисквалификации, нет там банкротства. Угу. Об этом говорится, но так же самое, как и говорилось раньше, о том, что мы готовы продать. Угу. Ну, а есть ли желающие купить? Желающие купить что? На сегодняшний день был желающий человек, да, человек, который желает приобрести клуб еще с февраля месяца. Угу. Вот. На сегодняшний день уже Александр Романович Онищенко не желает этим заниматься, потому что к нему никто не идет навстречу. На самом деле за 9 так. месяцев, как я уже во многих интервью говорю, рождаются дети. Так. А тут не могут родиться документы. Получается, что господин Рабинович, который, собственно говоря, являлся, да, собственником футбольного клуба «Арсенал», да. не передал нужное количество документов господину Онищенко, что означает, или Рабинович не хотел продавать клуб, то ли не он владелец клуба. То ли не он владелец клуба. И тогда события приобретают еще один поворот, да? Но Онищенко, я так понимаю, сделал какие-то инвестиции? Сделал достаточно большие инвестиции. Так. Называется вот именно инвестиции, это как выглядело как спонсорство. Так. Спонсорская помощь. Угу. Но он хотел быть собственником и развивать базу строить, строить поля, потому что на, как со слова Рабиновича, я же передал много чего игроков. Так. Практически на 10 миллионов по трансмаркету. Но там нету этих 10 миллионов, если честным быть. Потом отдал мячи, отдал, ну я не знаю, там, не знаю, микроавтобус, там, он кому принадлежит. Так. Все. В собственности больше ничего нет. Ничего. Ага. Ну хорошо, игроки, у вас же играет иностранцев много в клубе. Да. Им выплачивали согласно договоренности, согласно контрактам. Нет, вы поймите, у нас в Украине есть определенная задолженность, и футболистами 3 месяца есть, но потом выплачивается. Угу. Просто это вы по опыту игры в «Динамо»? Как? Не «Динамо», а в основном это чуть ниже где-то 6-го места, я думаю. Ага, так. Есть такая тенденция. Угу. Вот, и никто, ну, обращает внимание, ну, такое нету, вот, скоропостижно, что все, мы банкрот. Угу. Команда ездит, играет, значит, все нормально. Вы играете до сих пор? Нет, команда вот. Сейчас тренируется, не было выезда в Симферополь и не было выезда на Кубок Ставри, с Нивой Тернополь. Ну, собственно говоря, что и породило разговоры о банкротстве. Да. Но не играли по какой причине? Ну, не играли по поводу, как директор клуба говорит Головко, о том, что нету финансирования. Угу. На самом деле, как бы финансирование пришло раньше, а о том, что у нас нет финансирования, я говорил о том, об этом еще в середине декабря. Так. Ну, таким образом просто пытались растянуть эту паузу до конца сезона этого сезона. Угу. Для чего? Непонятно. Ну хорошо, вы сейчас ведете переговоры с Рабиновичем, Вадим Зинович? Нет, он с вами не встречается, он не объясняет ситуацию, не называется никакие имена. Вы же поймите, нету публичного именно интервью, так. как ни одного человека, там, ни Рабиновича, ни Головко. Так. Почему? Опять же, вопрос к ним. Ну, ваше предположение, вся эта ситуация и разговоры с банкротством, почему возникли? Ну, значит, так удобно было сделать что-то. Угу. Наша страна же, она уникальная. Ну, хорошо. Ну, у нас бывает такое, что в городе найдут землю, которая никому не принадлежит. Угу. Как только ты ее находишь, сразу прилетают и говорят, а у меня в 24-м году здесь была земля. Там. Угу. Ну, и начинают. Ну, то, что сейчас ваш клуб переживает, эта ситуация похожа с то, что происходило с клубом «Кривбас» или нет? Ну, похоже на то. Так. И ребята выезжали за свои деньги, и питались за свои деньги. Угу. Все, ну, похоже, почему? Потому что в нужный момент не сказано было, что мы тянуть больше не можем этот клуб. Мы готовы отдать. Вот вы готовы принять? Да. Возьмите документ. Угу.
Что Рабинович сказал? Я готов отдать все, безвозмездно забирайте. Те большие долги, это мои долги. Ну так отдайте документы. Ну, даже не надо отдавать там, да, сейчас Онищенко говорит, я не буду финансировать. Но отдайте Попову в город, отдайте в город, сделаем народную команду, Арсенал. Все, город определит. А те долги, которые есть, заберет себе Рабинович. Ну, Рабинович, наверное, не готов к таким огромным... Я же не знаю, но он же озвучил это в прессе. А другое дело, давайте просто сделаем народную команду. Попов определит, там, как это в цивилизованных странах есть. Ну, Большие корпорации забирают клубы. Так. Также есть у нас большой завод, у нас есть Антонова, да, который достаточно много налогов платит. Есть большие другие предприятия. Так. Пускай вместо этих налогов, которую так. и так как бы налоги, они же идут куда-то, да, правильно? Просто пойдут на команду, вот и будет народная команда. Адресная помощь. Ну хорошо, мы какое будущее, да, вообще у вашего клуба в отдельности, собственно говоря, у футбола в Украине. Мы продолжим одразу после рекламы. Залишайтесь на канале ТВАХ. Це окрема думка. Влад Ващук наш гість сьогодні. Владислав Ващук, наш гість сьогодні, спортивний директор футбольного клубу «Арсенал». Ми говоримо про останні повідомлення щодо банкрутства футбольного клубу. І зупинилися на тому, що насправді, якщо пан Рабінович, до речі, ми пробували з'єднатися з ним, щоб почути його думку, поки що на зв'язок він не виходить. Якщо він хотів розвивати футбольний клуб, то він мав би створювати спортивну базу, тренувальну базу. Та хоча б одно поле. Нічого не було. Скільки, який термін? Було тільки передано здання на Тургенівське, бывшее посольство какое-то. Это еще когда был Амельченко, да, вот было передано на баланс Арсеналу. Потом оно куда-то исчезло. Ну, вы же, Владислав Ващук, человек известный в Украине. Вы, соглашаясь на эту позицию спортивного директора, вы же понимали, да, что вы, собственно говоря, платите своей репутацией. Ну, мне, вы поймите правильно, футболист, который заканчивает карьеру, у него есть период адаптации, так сказать, в другом мире. Тут было все комфортно, четко, расписано, домой, на базу, заезд, сыграли, прилетели обратно домой. А в жизни, эта жизнь, никто, ну, никто нас не ждет. Тут надо утверждаться, и тем не менее... нырять, есть работа, пошел работать. И я не задумывался, мне хотелось работать. Тем более, мне это близко, футбол. И структура Арсенала, тем более спортивный директор, ну, как бы я сам по себе спортивный, в футболе я понимаю. Так. И ну, тем более, включился я очень быстро. Так, ну и в клубе-то там хорошие игроки у вас собраны. Ну, игроки хорошие, довольно-таки неплохой, должны результат показывать. Так. На сегодняшний день они не показывают результат, я понимаю почему. Почему? Потому что в таком режиме сегодня мы банкротимся, завтра мы играем, невозможно работать эмоционально. Эмоций не хватает. Но ребята бы хотели играть. Они хотели играть, потому что на сегодняшний день такой шанс играть в премьер-лиге. Но у нас немного команд. Сегодня одна, завтра вторая исчезнет. Потом третья, четвертая. Непонятно. Мне кажется, кто-то бросает тень на, именно на управление футбольным... Федерацию вы имеете в виду? Федерация, премьер-лига. Кто-то бросает тень на это. И не позволяет именно... как вам сказать, творить. Тут начинается, то Кривбас исчез, сейчас Арсенал может исчезнуть. Ну, а кто может быть заинтересован в том? Ну, это уже, я могу только гипотетическое, на сегодняшний день мне сложно сказать. Ну, ваши предположения какие? Пока не могу сказать. Ну, у вас есть враги? У меня? Да. У меня нет, а зачем мне враги? Я же спортивный человек, я не политик. Ну, собственно говоря, когда я сказал, что вы платите свою репутацию, вы теперь, по сути, все будут ждать, и как директор, спортивный директор клуба поведет себя в том числе. Потому что сейчас есть несколько вариантов. Достаточно имея сильных игроков, игроки могут разойтись играть в другие клубы, правильно же? Они же не ограничены контрактом. Они могут это делать? Да, они, ну, им аннулируют контракты, там... Да, как, я не знаю, там процедура банкротства, если она будет, я еще до конца даже не уверен.
Вот. А игроки могут перейти в зимний период в другие клубы. А что федерация? Есть какие-то альтернативные варианты решения этой проблемы? Альтернативное решение только одно. Это когда президент страны скажет четко о том, чтобы отдали все документы. Там, город. Кому? Рабиновичу? Да нет, ну Рабинович, ну а зачем? Есть федерация, да, есть. То ли федерация дать. И федерация определяет, какому собственнику они могли бы отдать. Так. Тогда уже федерация выбирает, нужен этот человек. Она берет определенные гарантии, что будет построен стадион, будет построена база, будут построены поля, будет построена детская школа. То есть тогда инфраструктура, да, которая будет построена за 5 лет. Угу. И если это собственник берет гарантию, то, грубо говоря, ему позволяют... Вы хотите, чтобы президент назначил такого собственника, который будет заниматься... А почему Путин может, а наш не может президент? Вот так вот вы решили, слушайте. А у нас надо только четко. Не, ну смотрите, тут... Вы поймите правильно. Мы можем много, мы привыкли много говорить. Так. Вот мы говорим, но мы ничего не строим. На сегодняшний день стадион ЦСКА, да, он рассыпается. Центр города. Он рассыпается, используют его на 30%, грубо говоря. Можно было использовать намного, ну, в центре города. Смотрите, мы во Львове построили стадион, а теперь не знаем, что с ним делать. Так его построили, потому что тогда захотел об этом Ющенко. Он сказал, я хочу, чтобы был стадион. Ну вот вам и что, и стадион. А теперь посчитали, его дешевле разобрать, чем содержать этот стадион. А потому что там политическая вещь идет. Там его могут навязать. Возьмите стадион. Человек говорит, я хочу играть на Украине, зачем мне этот стадион? Потому что ему дешевле играть на Украине. На самом деле, если были бы какие-то дотации по отношению к этому стадиону, его бы сразу взяли, даже не он, а другие бы. Создали команду во Львове, вторую команду. И то же самое было. А где вот футбольный клуб «Арсенал», не имея, собственно, ни спортивной базы, ни стадиона? Где тренировались футболисты? Ну, я начну с того, что детская школа тренировалась где только можно. У меня тоже ребенок занимается в «Арсенале». И все за деньги и родители. Вот. Тренировались как на ЦСКА, тренировались как на «Оболоне». Ну, где есть время, самое главное время. У нас же полей нету практически. Ну, любопытно, что сын Ващука тренировался в «Арсенале», не в «Динамо»? Вы поймите, я именно отвел сына туда, где тренер. Так. Я понимаю по себе, что надо отводить... Не в «Марку», так. В «Динамо» всегда можно попасть, да и в «Арсенал» можно попасть. А вот именно тренер, он должен первые азы дать, да? Техника, там, владение мячом, все это он должен дать первый тренер. Поэтому я дал тренеру, никак не «Марке». Какой тренерский состав в «Арсенал»? Потому что, собственно говоря, теперь вопрос банкротства коснется всех сотрудников клуба. Всех, да. Что будет с тренерским составом? Сложно сказать. Так же самое, как и со мной. Пойдем на биржу. Так, ну о будущем, о вашем и о будущем, собственно говоря, клуба и футбола мы поговорим сразу после рекламы. Залишайтесь на канале ТВА, это «Окрема думка». В окремій думці Владислав Ващук. Ми говоримо про долю футбольного клубу «Арсенал». Власне, новини про його банкрутство з'явилися цього тижня. І ми запитуємо тепер влади, яке майбутнє. Ми питаємо, да, влад, тому що, насправді, для влади це така ж проблема, да, як і, собственно говоря, для ігроків клубу, яке майбутнє. Ну, да, ми тільки почали працювати, а насправді вже кінець. Вже фінал. У вас вже фінал. Ну, намагаються це все створити таким образом, що у нас кінець. Ну, насправді, футбол-то не заканчивается. Дети-то растут, так. Дети куда-то хотят идти. Мне звонят родители, мне звонят люди высокостоящие, которые говорят свои идеи, как можно было бы это вернуть. И всем непонятно, почему не отдают клуб. Ну не отдают, потому что, я так понимаю, вопрос документов, да? Нет, вы знаете, документы это такое, вот мы написали бумагу, они подписали, поставили печать. Так. Вот и уже документ. А какой механизм? Вот формально на базе вот банкрота, да, мы можем теперь говорить о создании нового футбольного клуба, потому что у вас теперь есть тренерский? Правоприемникам можно, но главное, чтобы без долгов.
Потому что правоприемник, как мне говорили, с юридической точки зрения, то это сразу и долги передаются. Ну, журналисты тут озвучили мысль о том, что, по сути, почему Рабинович не передал документы, потому что, по всей видимости, сумма долга так велика, что именно это была причина, да, что он не стал... Вы знаете, эту причину он не озвучит. Так. Говорит, возьмите команду, а там мы разберемся. Угу. Ну, это же... Угу. Но в стране, где так популярен и любим такой вид спорта, как футбол, есть надежда, что мы не будем констатировать смерть еще одного футбольного клуба, по примеру. Надо Олимпоса. Делать реформы и в футболе. И в футболе. А каким образом? Вы знаете, это должна быть именно государственная программа так, в отношении... По поддержанию. Да, по поддержанию именно отдана там. Губернаторы должны тянуть, да? Мэры должны. Я понимаю, что у нас не хватает бюджетных средств. На самом деле у нас всего хватает. Мы просто таким образом мы хотя бы построим площадки и заставить пятилетний срок, там, например, там, определенные предприятия не платят налоги. Да? Они все деньги дают на строительство базы, отводится земля. Отводится земля не 300 гектаров, а столько, сколько надо для, для базы. То есть налоги идут на, да. на строительство? Налоги, да, 5 лет их не трогают. Потом с них спрашивают, что вы сделали за эти 5 лет, куда ушли те или иные деньги. Под строгим надзором государственная власть, если она это, конечно, это хочет. Конечно. Вот. И просто жестко именно в отношении, что построена база, главное, стадион, ну и поля, детская школа, чтобы была развита. Сколько детей вот в детской школе? 600 человек. И получается, что 600 человек могут быть просто выброшены на улицу, в случае, если... Родители, да. Вот они все волнуются. А родители это как вы, как я, там... Есть и дети прокуроров, есть, ну, разные. Каждый в отдельности может, готов. Я даже придумал, ну, на сегодняшний день, на прошлой неделе я нашел землю так. в городе Киеве, пока так. я ее не освещаю. Хочу построить поле. Получается, уже сегодня ездили с архитекторами, смотрели. Поставлю поле, несколько так. площадок. За свои или за средства родителей? Нет. Так. Ну, буду искать инвестора, естественно. Ну, где за свои? То есть, по сути, вы делаете поле для тренировок вот этих 600 детей? Будет школа, которые... может быть, она перерастет в академию. Вот. И таким образом создам место, где будут, по крайней мере, проводиться турниры. У нас нехватка таких мест. Ну, смотрите, Кривбас, Арсенал. Вот, а как защитить футбольные клубы здесь, в Украине, от подобных вещей? Потому что вот много-много же болельщиков пишут теперь, да, свои мнения в социальных сетях о том, что происходит с Арсеналом. И все говорят, что... А что хотел Арсенал? Потому что болельщиков нет, футбол нужен болельщикам и для болельщиков, да, создается это шоу. У вас не было никакого фан-клуба, никакой поддержки. Получается, что так? Не, у нас были болельщики, так. и у нас есть болельщики, так. до сих пор пишут и звонят, говорят о своей поддержке, готовы выйти на Крещатик. Ну, я говорю, куда идти? Выйдем мы на Крещатик, куда идем? На самом деле, надо понимать, куда идти. Очень, конечно, ситуация уже накаленная настолько, что ребята... Ну, не хватает эмоций. Они уже хотят просто... Некоторые же ребята с Кривбаса перешли к нам. К вам, да. И, грубо говоря, они там не получали полгода и сейчас не получают. Они получают не из-за того, что там Александр Романович не хочет отдать, а из-за того, что, грубо говоря, а зачем, за что платить? Его используют как спонсора. Подождите, зачем спонсор? Он хочет быть собственником. Собственно, такие моменты... Ну, а насколько успешен футбольный клуб «Арсенал»? Да, потому что, если мы говорим, что если существуют эти долги, откуда они взялись, эти долги? То есть, я понимаю, как система какая? Взялся кредит каким-то образом, да? Был на покупку каких-то спортсменов? Ну, или можно образом? Вот так вот просто разобрать ситуацию, да, когда она сложная целиком. Посмотреть, если нету ничего на клубе, и тут вдруг большие долги. Ну, эти долги, вот и по этому вопросу, откуда они взялись, да? Каким-то образом приобретались игроки для клуба? Нет, ну, никто не приобретал. Ну, иностранцы, которые играют у вас? Они не приобретались. Так. Естественно, что контракты их были учтены в ведомости, в зарплатной ведомости. Вот. Ну, нельзя же клубом руководить и брать все время кредит.
Тогда зачем этот клуб надо? И вот теперь, когда встречаетесь с игроками футбольного клуба, что вы им говорите? Ну, так как я бывший футболист, так. Я с ними могу говорить только на футбольную тему. Так. Куда-либо, как и меня спрашивают, и вице-президент федерации, да, ну, что можно сделать? Так. Я говорю, я не знаю, я не могу. Ну, на самом деле, решить могут только вверху. Рабинович выходит каким-то образом на связь? Нет, иногда вот были сообщения в прессе. Так. Больше ничего. То есть где он? И он как... в Киеве, у себя в офисе. Вы не встречались с ним или нет такой надобности для того, чтобы... Ну, а что мне с ним обсуждать? Я же не тот инвестор, который ему нужен. Угу. Ему нужен крупный инвестор. Угу. Который, ну, а Нищенко разве недостаточно был? Недостаточно был крупный инвестор? Нет, ему не это надо было. Ему надо сейчас и много. Угу. Ну, в любом случае, мы будем следить за ситуацией навколо футбольного клуба «Арсенал». Мы сподеваемся сейчас. Надеюсь, что все разрулится и все-таки клуб будет, потому что переживают за это не только родители, но и ну, игроки, но и семьи. Их, ну, большое количество людей переживает. Ну, и власне, це... А самі діти переживають. Ну і власне це футбольний клуб, який надзвичайно відомий, популярний і має потужність для того, щоб працювати на Україні. Я думаю, що він може заробляти цей клуб і доволі таки неплохо, навіть на дитячій школі. Владислав Ващук, наш гість сьогодні. Це окрема думка. Ми зустрінемось завтра у цій же порі на каналі ТВ. Дякуємо за довіру до нашого каналу. На себе.